Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык, и мы продолжаем играть в ЦИВУ 5. Так, И я все время забывал купить караван. Теперь я его купил. А я на самом деле его не мог купить. Он 390 стоит, у нас только сейчас накопилось столько денег. Вот, так что мы бы его раньше не купили. Так что ничего страшного. Да. Да, ничего страшного. Блин, ну мы так потеряем наших лучников. Вам там до Апа-то далеко? Я не знаю, ну давайте их отведем чуть-чуть. Секрет философии украли в нашем городе неизвестный шпион. А скажите, каким образом он смог... Так, вот сюда, короче, да, я уверен. Каким образом он смог украсть у нас секрет, если мы его не знаем? То есть он нас открыл, а мы его как-то не открыли или что? Я что-то сейчас вообще немного не понял этого юмора. Нотр-Дам построили. Ну, Нотр-Дам нам не так нужен. Сикстинская капелла. Так, давайте посмотрим, что тут по туризму. Ой, у этих ребят уже 6. Заградительный огонь берем, блин, и отбегаем. Прекратите шпионить за мной. Так, все, шпионы. Поделиться информацией о заговорах. Так, все. Я просто не хочу. Гуны очень воинственная нация. С ними лучше дружить. Поэтому мы на корейцев стуканем, чтоб, если что, гуны с нами не стали воевать. Так, а где наш караван торговый? Че он уже... Не, он... Слушайте, он есть. Только я его что-то не вижу. Отлично, великий инженер заспаунился. Ну ты пока отдыхай, мы найдем тебе обязательно применение. Так, вы заходите в город и хильтесь. Все. Я не вижу опять-таки, где наш торговый путь. Ну вот он как-то идет. Ага, 15 к напряженности, отлично. Но это за счет вот этих, вот этого города. Замечательно. Так, вы идите теперь куда-нибудь туда, стройте. Что вы там обычно строите? А, ладно, эти хилятся, стоят, пусть стоят, хилятся. В принципе, нормально. Так, у нас там, кстати, рыцарство изучается потихоньку. Потихоньку изучается рыцарство. Блин, не очень удачно мы идем. Я не знаю, получится ли у нас охренеть с трех сторон. Кто вытащит сей меч из-под нока? Так, что Сейджон работает над созданием амбальгамы. Слушайте, у нас просто, у нас шпионов в столице больше, чем, наверное, у кого-либо. Ну, у нас самая ценная, короче, столица. Это на самом деле здорово. Давайте построим Ост-Индийскую компанию. Они нам, короче, дадут амбальграмму, я боюсь, что мы не успеем. А хотя давайте университет построим. Нам надо апать.
Или университет купить. Не, я построю университет. Нафиг эту Ост-Индийскую компанию. Деньги нам не так нужны, как нам нужна наука. Так что будем строить универ. А потом и Оксфордский универ. Не, ну с ума сойти, эти рыцари, они что, охренели совсем? Вы что, в конец обурели, извините? Ну они просто тут бегают, как у себя дома, по моей территории. Я их обстрелю. Сейчас эти разграбят по-любому, блин. Ну, не знаю, торговый путь они разграбят или нет. Но... А, ну тут уже разграбили один. Сейчас второй. Ну, гандон. Ладно, не суть. Сейчас мы с ними разберемся. Держите. Когда ж уже начнут убивать-то мои говнюки, этих всех говнюков? Ну, видимо, не скоро. Видимо, не скоро. Так, ну лучники хилятся, а я сейчас еще лучников прикуплю. Сейчас мы второй отряд прикупим. И так потихоньку, потихоньку начнем их щемить. Сейчас мы их начнем щемить. Сейчас. Ну, не прям сейчас, может быть, но скоро. Метка луки, а я их там еще в арбалетов не могу поднять. Да нет, еще явно не могу поднять. Так, в Эдинбурге появился великий пророк. А я, кстати, за очки веры-то кого могу покупать? Инквизитора. Эх, стрёмно. Так, у нас достроили университет. Одну бесплатную технологию, ячейки литературных шедевров. Содержит. Ты что, ты только распространитель религию можешь, да? Так, давайте купим, наверное, лучников. А, тут у нас в городе стоит уже отряд лучников, и им это не нравится. Но я сюда его передвину. Так, теперь мы сейчас купим второй отряд лучников. Но я думаю, все-таки лучше их купить, чем катапульты. Юнит надо убрать с клетки. Великий пророк. А тут еще великий инженер. Слушайте, а давайте под... Я забыл, что у меня есть великий инженер. Культурный рост на 20%. Великий инженер. А построим Бальграмму. Все ж, какой-никакой, а бонус. И заодно этих корейцев подставим, которые Амбальграмму строят эту. Амбальграмму, как она там правильно? Альгамбры. Альгамбра. Вот, давайте построим Альгамбру. Альгамбру. Так, все, построили Альгамбру. Короче, бру эту. Гамбру. Нормально переложили половину. Так, вы, пожалуй, сюда передвиньтесь. Я, конечно, вижу, что вы тут не достроили, но... Так, великий пророк, а ты пока ничего не делай. Чё мы тут можем построить? Зал для танцев. Кейли дает... Кстати, монетный двор 2 хода, арена 2 хода, Оксфордский университет, Ост-Индийская 4 хода. Я вот не знаю, Оксфордский, гильдюху, вообще все надо строить. Все надо строить, все стоит дорого. Ну вот я не знаю, гильдия, ну гильдии мы всегда, давайте Оксфордский, хотя... Или монетный двор, я не знаю. Гильдию.
Давайте Ост-Индийскую построим. Все ж пригодится, правильно? Так, метки и луки. Вы выдвигайтесь сюда. Следующий ход. Хотя бы защитите поселение, блин. Ну, не поселение, а вот эту шнягу. Вот эту шнягу защитите. Неизвестный игрок потерял столицу. Интересно, а кто там с кем вообще воюет? Добить. Не, ну вот одного говнюка ж надо ж, блин, оставить, да? А то ж как же ж. Великий пророк. Так, пока ничего не делай. А вы идите на стратегическое, блин, место. Вот туда. Так, следующий ход. Ой, туризм, туризм. Что-то вообще не развивается туризм. Что-то как-то вообще тухло идет туризм. Чувствую, мне как обычно, собираюсь играть туризмом, а придется идти в какую-нибудь там, блин, я не знаю. Что-то там непонятное. Так, в хил. Хотя даже не в хил, наверное, ребят. Похилиться вы потом успеете. Ты давай иди вот сюда, чини. Так, великий пророк. А вот ты, кстати, можешь уже выдвигаться. Следующий ход. Тут, кстати, как? Еще наша религия. Ну, вот видите. 5. А, ну тут всего 6 к напряженности. Нормально. А в Ханое как тут? О, 3 последовательно. Тут наши потихоньку. Наша потихоньку религия распространяется. Слушайте, это хорошо. Это хорошо. Это мне очень нравится. А что ты можешь построить? Ты можешь построить святыню, да? На этой... А ближайший город? Он может построить святыню. Но мне эта святыня у меня и так... Блин. Не, не хочу я строить святыню. Давай хилься. Ой, точнее, чинись. А еще потом надо ту лесопилку достроить. Я только не знаю, что вначале надо сделать. То ли лесопилку достроить. Так, ну нормально, копейщиков там долбанули потихонечку. Сейчас мы подгоним второй отряд лучников. И будем их долбить с двух стволов. Так, выбрать проект. Давайте, наверное, теперь Оксфордский. Принять институт. Я вот не понимаю. Вот у меня, наверное, эстетика, но тут тоже ничего. Вот я не смотрю, чемоданчиков нету. То есть идеология... Ну ладно, идеология. Можно принять научное развитие на 10%, если... Давайте, наверное, в рационализм пойдем. Да, пойдем в рационализм теперь. Все, следующий ход. Отлично. Отлично. Блин, мне почему-то кажется, что я за кельтов тут проиграю. Ну, проиграю. Ну, хотя, может, и не проиграю. Посмотрим. Ну, просто уже 174-й ход, что-то мы медленно идем. А ну-ка, по демографии покажите мне. Кто по науке там какой вообще? Чё, как? Ну, по грамотности мы вообще 9-е. У нас 28% против 36%. Даже ниже среднего. А вот по толстякам мира мы на первом месте зато. Вот я хз, ребята, честное слово. Сможем мы победить, не сможем. Честно, не имею малейшего понятия.
Так, луки надо занять вот ту высоту. Ты давай перемещайся с ними. Ой, что-то я начинаю... Что-то на туризм вообще ничего не выпадает. Хреново, очень хреново. Что-то как-то моногород за кельтов. Наверное, это неправильно. Да, вот... Блин, а я же приходил к туристической победе когда-то. Как я это делал? Я уже и не помню. Ну ладно, может еще получится прийти. Не знаю. Пока рано я со счетов себя, как говорится, списал. Да, рано, рано, рано. Мы еще придем. Мы еще придем к туристической победе. Так, ну вот это максимальный рост города, по-моему. Больше он расти не будет. Или будет. Хотя он тут можно покупать клетки, слушайте. Вот эти вот, они как-то так отмечены. Не, нельзя, все. Хотя он сам захватил эту клетку, слушайте. Так он еще тогда на радиус вырастет. Ни хрена себе город. Эх, Самара, городок. Так, ты укрепиться, ты пока не ходишь. Ты сюда подходи. Все. Ребята хилятся. Сейчас у нас Оксфордский построится. Да не, может еще и вытянем. Я конечно, не уверен, но кто знает. Кто знает, может быть, все получится. О, есть бесплатная технология. Но это машиностроение, потому что 8 ходов на него надо. Так, отлично. Давайте теперь всякие гильдии построим, да? Гильдию этих, гильдию тех. Давайте купим еще метколучников. А, вот, уже можно арбалетчика купить. О, слушай, так ты тогда вернись назад, я тебя загрейжу. И ты тогда вернись назад, я тебя тоже загрейжу. Ну и ты, соответственно. Все, следующий ход. Надеюсь, мне, правда, голды хватит. Я купил что-то арбалета и не подумал. Так, Аттила входит в новое время. А мы в новом времени? Да, мы в новом времени. Добавлено верование реформации. Так, мы в новом времени. Счастье. Банковское дело открыли. Сколько стоит? 100. Ладно. Арбалетчики. Вы идите тогда на этот. Ну а вы, блин, чё? Вы, блин, хильтесь тогда. Ты пока спи. Ты хилься. Все, следующий ход. Так, замечательно. Замечательно, что следующий ход, хотя нифига замечательного в этом нет. Ну да ладно. О, рыцари пришли. Ну, ребят, под ударом у нас вы будете, так что... А вы как бы тоже сюда пройдите тогда, пока у нас голды нет, но ничего страшного. Скоро будет. И вот вы давайте двигайтесь потихоньку как-нибудь вот так. Так, открытые границы не надо, 7. Не устраивает, иди нафиг. Не устраивает, найдем того, кого устраивает. Так, тут уже пираты подплывают. О, как насчет... Вот, Майю устраивает. Майя согласились. Слушайте, они что там, от кого упали от моей религии город? Да подожди. Да, они тут, видимо, пророка или что-то такое кастанули. Ладно, задолбятся они пророков кастовать.
Заградительный огонь. Сюда подошли все. Так, а вы не идите, ремонтируйте дальше. Задолбятся они заградительными огнями своими колупать нас. Ладно, давайте на этом я тогда выпуск закончу. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.